s Európskou úniou. Európska prokuratúra im jasne hovorí, že ohrozujú právny štát na Slovensku. Im jasne hovorí, že ak budú pokračovať, tak Slovensko môže prísť aj o peniaze z Európskej únie. Oni úplne jasne klamú a pripravujú nás za budúcnosť. Prichádza sem, pretože mi nie je úplne ľahostajné, čo sa deje a čo naša vláda robí a nepáči sa mi, ako vyzeráme aj von do Európskej únie. It is true that we stopped any military assistance to Ukraine. We will not send anything from state storages from the Slovak army. But as I have said openly before elections, we will not block commercial cooperation. Внешне ведут себя как генерал де Голь, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал все, что было у французов для того, чтобы оказать сопротивление оккупантам. А на практике ведут себя как маршал Петен, который был на самом деле, хоть и был героем Первой мировой войны, но во вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Вот ведут, все почти ведут себя так. Ну, кроме там нескольких человек. Вот Фицо появился сейчас после выборов. Сейчас, ну, Виктор Орбан в Венгрии. Я уже много раз говорил, они не пророссийские политики. Они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше. Их просто нет.